Два года назад на доменную печь номер 2 были закуплены куперы новой конструкции, которые должны были прослужить без ремонта не меньше 20 лет. Приобретение обошлось в 12 миллионов долларов. Но на прошлой неделе один из работников цеха не до конца закрыл шибер горячего дутья. Критические показания датчика проигнорировали и сам рабочий, и специалист, обслуживающий пульт управления домной. Так как шибер был открытым, каупер постепенно нагревался и в конце концов обрушился. Ремонт, по предварительным данным, займет 6-7 месяцев и обойдется менее чем в 3 миллиона долларов. Доменная печь пока будет работать на трех кауперах, но только при дополнительном расходе кокса.